про свои картины, конечно. Потому что это самое то, что впечатлило меня и заставило меня прийти сюда сегодня. У тебя вся студия или все картины сгорели? Да. Мне не хотелось жить, и я уже все подготовила для своего ухода. И я начала заниматься разными другими вещами, такими шаманскими практиками. Это все равно, что слетать на Марс. В Гималаях это то же самое, мне кажется. Что бы ты посоветовала людям, которые вот сейчас смотрят твое видео, которым интересна вот твоя жизнь, твое творчество и хотят также развиваться? Могу сказать только одно. Не бояться. Выходить из зоны комфорта? Конечно, конечно. И пробовать все? Да. Пробовать все, даже на старости лет сходить в дискотеку? Да.